В 1989 году сельская школа поселка Совхоз имени Ленина обрела новый дом, переехав в современное здание. С тех пор началась ее новая история. За 25 лет девиз школы «Успех рождает успех» был неоднократно подтвержден. О достижениях учебного заведения, о планах на будущее в нашем следующем репортаже. Действительно, время бежит быстро. 25 лет пролетели как один миг. За прошедшие с момента открытия четверть века среднее общеобразовательное учреждение, бывшее до 1989 года трехлеткой, стало школой, о которой говорят не только в районе, но и в области. Ее становление как лучшей сельской школы началось в 2000 году. И в школьной копилке появилось несколько значимых наград. В 2006 году школа впервые выиграла грант федерального уровня как отрабатывающая инновационные программы у нас в образовании Российской Федерации. В 2011 году она выиграла еще один грант, отрабатывающая инновационные программы уже в размере здоровосберегающих технологий. И между этими большими грантами у школы много различных успехов. И, конечно, эти успехи завоевывали дети вместе со своими учителями. Только так в связке и можно добиться успеха. Именно на него работает весь педагогический коллектив, творческий и целеустремленный, в основе которого ветераны педагогического труда, люди, стоявшие у истоков школьной истории. Коллектив звездный. Посмотрите, сегодня говорили, где-то порядка 30% почетных работников образования, победители приоритетного национального проекта образования. То есть это значит, их оценили на уровне Российской Федерации и оценили так, что они входят в сотню лучших учителей по своим предметам, поэтому этим можно гордиться. Среди педагогов есть те, кто имеет в трудовой книжке только одну запись о работе – школа поселка Совхоз имени Ленина. К примеру, Ольга Шиманова, учитель начальных классов, трудится здесь уже 22 года. Для меня это действительно жизнь вся. Это и творчество, и успехи, и огорчение, и радость, и все здесь, и достижения. Но, конечно, самое главное достижение – это моих учеников. У меня уже было 5 наборов, 5 выпусков. Сейчас у меня 6-й набор. Это достижение детей. Все педагоги гордятся достижениями школьников, медалистов, лауреатов стипендий главы, победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад. «Успех рождает успех». Этот девиз, впервые озвученный Еленой Добренковой, когда она еще была директором школы, не раз подтверждался. На следующие 25 лет мы можем добавить только две новые фразы. Новый успех родит новый успех. То есть новое творчество, новый патриотизм в своем деле, новые одаренные дети, которые будут только приумножать. Слава этой школе! В праздничный день свои поздравления родной школе адресовали и ее ученики. Песни, танцы, стихотворения и все о любви к педагогам и к самой школе. Мы любим свою школу за то, что мы видимся с друзьями каждый день и заводим новых друзей. А мне нравится, потому что здесь эта школа стала для меня как домом, потому что здесь нас учат наши учителя, как нам вторые мамы стали. Я желаю всем учителям здоровья, терпения. Это очень надо. А школа, чтобы она также, продолжала быть такой яркой, красивой. 25 лет – это только начало пути. Оставайтесь всегда на подъеме, пожелала педагогическому коллективу школы Елена Добренкова. И будьте на ближайшую четверть века лучшим образовательным учреждением. На то есть все возможности. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Наталья Буслаева. Видное ТВ.